dostlar. Mən belə nəticəyə gəldim ki, Azərbaycan diasporası etnik baxımdan artıq yekrəng deyil. Yəni Azərbaycan mövqeyindən çıxış eləyənlər, Azərbaycanın mənafeyini qoruyanlar, Azərbaycan pərəs mövqeyi dünyada təbliğ eləyənlər qeyri-millətlərdə də var. Onlar Azərbaycan diasporasının daxilinə, üzvü şəkildə daxil olublar içərisinə və Azərbaycanlılarla çiyin-çiyinə haqqın, ədalətin mövqeyində durublar. Mən onlardan biri Kiyevdən gəlmiş, qurultaya qonaq gəlmiş bir gənc yazarla, redaktorla sizi tanış etmək istəyirəm. Gəlin fikrimizi yönəldək ekrana. Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində Slova Azərbaycana, Azərbaycan sözü adlanan həm rus, həm də Azərbaycan dilində çıxan bir qəzet nəşr olunur ki, bu qəzetin baş redaktoru Dimitri Kulubaba da Dünya Azərbaycanlılarının 3-cü qurultayının qonağıdır. İndi böyük məmnuniyyətlə sözü Dimitriyə veririk. Здравствуйте, рада вас видеть у нас здесь в Баку. Каковы ваши впечатления? Прежде всего хочется поблагодарить за столь теплый прием и за столь возможность поучаствовать в столь эффективном, в столь эффективной работе такого нужного, как мне кажется, для азербайджанского народа форума. Такого рода организации дают возможность людям осознать прежде всего свою общность, дают возможность побыть в такой солидарной общности и выработать эффективные методы дальнейшей работы. Приехать в кругу друзей, в кругу коллег, в кругу граждан других государств азербайджанской национальности можно выработать такие методы, такие шаги, которые позволят в дальнейшем более эффективно присутствовать на международной арене, быть там более такими тяжеловесами на международной арене. Я думаю, что для Азербайджана это очень важно, и для Украины это очень важно, потому что мы два государства, которые вместе имеем одинаковую историю и сейчас одинаковые проблемы. И с Украины приехала очень большая делегация и приехала с желанием работать и создавать новый продукт совместный. Наша газета создана в сентябре прошлого года. Была объективная как бы потребность в создании такого рода газеты в связи с тем, что в Украине не существовало общеукраинской газеты для азербайджанцев. Потому у нас с 2005 года функционирует организация «Пульс демократии». Ее главой является Хикмет Джавадов. Он азербайджанец, в Украине основал организацию международную. И длительный период мы организовывали проекты такие ситуативные, но потом решили, что нужен обязательно печатный орган, где мы могли бы освещать события, которые происходят в Украине, связанные с Украиной и с Азербайджаном. И вот с сентября месяца мы издаем газету, сейчас издаем на русском языке, и спецвыпуски раз в 3 месяца издаем на азербайджанском языке. Мы освещаем там всю жизнь диаспоры азербайджанской, функционирование воскресных школ, проведение разнообразных мероприятий, делаем анонс мероприятий, освещаем все, что происходит в Украине. И газету рассылаем по всем госучреждениям, ознакомливаем госслужащих в Украине с тем, что происходит в азербайджанской диаспоре, так как это одна из самых многочисленных диаспор в Украине. У нас будет спецвыпуск, посвящен этому съезду, потому что это знаковое событие, раз в 5 лет проводится, здесь очень много интересного будет. Мы обязательно подготовим этот спецвыпуск, и в рамках спецвыпуска также будет несколько интервью с интересными людьми, с азербайджанцами. Будет также, в связи с тем, что приехала большая делегация с Украины, то мы будем участвовать в некоторых культурных мероприятиях, связанных с Украиной. Это будет возложение цветов памятнику Тараса Шевченко, будет встреча с послом, будем обязательно в университете, потому что мы открываем там в библиотеке Центр украинской книги, будем дарить книги. Также навестим воскресную школу украинского языка, потому наш конгресс будет не только полезен для азербайджанцев в Украине, но и для украинцев в Азербайджане. И такие мероприятия создают возможность украинцам, азербайджанцам почувствовать друг друга ближе.